если большой инфаркт будет, то и... Тяжелая бабушка, ну и что? Если она тяжелая, мы несем за нее ответственность. Она у нас лежит. Как вы так себя ведете? Где мне тогда начать? Чего? Здесь? Ну что, это мне везет место. Да, мы сейчас заправим. Все готово. Нет, а как будет в новом центре? Так же. Все готово. Будет еще лучше. Yeah. Врачи должны как священники, они должны, если по большому mm-hmm. счету. А гипки ваши куда деть? Какие? Okay. Из штаба нам прислали. А наш президент это Владимир Путин! Ура! Я никогда не участвовал в политике. И никогда не буду участвовать в политике. Ну что, завтра первый опыт. Вот это вот не здесь лежит, понимаешь? Вот не здесь. Она должна быть лежать здесь. Потому что я соберу тысячи раз, блядь, а 15 тысяч ика я уже сделал, блядь. И не надо меня переучивать. Слушай, за кого голосовать будем?